А когда вы ночью разжигаете костер, вот этот костер, вот эти огни, вот эти горят, искры трещат, вот запах шашлыка, и вот там вот урчит, урчит, и это вот звуки, они в тишине, звуки очень тихие-тихие, и вот водка так льется, аж тишина такая, вы представляете, вот весь зор, как эта водка особенно в стакан, в рюмку льется, вот. И вот так она булькает, и вы представляете, вот это бульканье, костер трещит, и шашлык вот так этот жарится, жарится, ты, вот это все, вот это происходит, запахи, и вы здесь находите, у вас такие шары, и вы друг на друга смотрите, у вас вообще, и вам кажется, как будто день светло. И костер такой приятно горит, его все видать. И вот это все надо в темноте, вот так все происходить. И вот когда человек вот, даже водку пьет, на него так все зыркают, и он этим шашлыком так закусывает, от него жир, костер трещит, все трещит. Да. Он когда выпил, а потом раз, он смотрит, и вы представляете, у него крылья. Вот те такие вообще шары, какая-то аура на нем, и он полетел такой, летит. А те дружки на него смотрят, ну нифига, обалдели. Да. Ты чё ты такого полетел-то, ну ничего себе, да, забылся, да. А я тоже сейчас так же, вот фужер такой достает, на фужер, бутылку такую, бутыль здоровый. Тем больше бутыль, тем лучше получается. А когда маленький, ой, неинтересно. А вот бутыль здоровая, да, и с этой бутыли, да, в большую кружку наливать, да, кипить вот так. И вот этот костер вообще, да, все трещит, запахи, и вообще вот, о, вот пока он летит в это время, ты должен успеть, и тоже за ним. И полетели вы все. Все полетели. Да. Вот, да, вот так.